Американская компания Kel-Tec славится своими необычными разработками в области стрелкового оружия. Одной из последних разработок компании является пистолет Kel-Tec P50 под магазин от бельгийского пистолета-пулемета FN-P90, рассчитанный на 50 патронов. По сути, перед нами персональное оружие самообороны, но в форм-факторе пистолета и с очень небольшими габаритами. Торговая марка P50 была зарегистрирована компанией в феврале 2020 года. Сам производитель называет новую модель самым уникальным образцом во всей линейке Kel-Tec. Рекомендованная стоимость модели P50 для американского рынка составит от $1000. Особенностью нового пистолета является выбранный патрон и магазин к нему. В испытательных тестах участвовало два основных боеприпаса – 5,7 на 28 мм от компании Fabrique Nationale и 4,6 на 30 мм от компании Heckler & Koch. Первый используется в пистолете-пулемете FN-P90, а второй в пистолете-пулемете HK-MP7. Группа экспертов из США, Канады, Великобритании и Франции пришла к выводу, что эффективность стрельбы патроном 5,7 на 28 мм по незащищенным целям на 28% выше, чем при использовании патрона 4,6 на 30 мм. При этом действие патронов против защищенных целей оказалось равноценным. Характерной особенностью пистолета Kel-Tec P50 стал магазин, который оружие унаследовало от бельгийского FN-P90. На пистолете-пулемете он устанавливался прямо поверх ствольной коробки, при этом его емкость составила 50 патронов. Отличительной и уникальной особенностью помимо емкости является то, что патроны в магазине располагаются горизонтально, перпендикулярно стволу оружия. Перед подачей патроник специальный механизм разворачивает их на 90 градусов. Kel-Tec P50 выполнен в форм-факторе и дизайне пистолетов, пусть и фантастического внешнего вида, но для стандартных образцов короткоствольного оружия он несколько тяжеловат. Вес новинки составляет 1 кг 430 граммов без патронов. По своим размерам оружие вышло не таким компактным, хотя, безусловно, превосходит все модели персонального оружия самообороны по весу и габаритам. Имеется даже возможность использования с пистолетом ремня. Помимо этого, оружие получило достаточно длинный ствол, который лишь на 12,5 мм уступает стволу пистолета-пулемета FN-P90. В пистолете Kel-Tec P50 реализована автоматика со свободным затвором. Ствол и затвор пистолета находятся в отдельной ствольной коробке, изготовленной из высокопрочного алюминиевого сплава. Затвор большей частью находится над стволом оружия внутри ствольной коробки, две возвратные пружины конструкторы расположили под стволом. Ствольная коробка пистолета P50 в передней части шарнирно соединена с пластиковой рамкой, на которой расположены классическая пистолетная рукоятка и спусковая скоба. В задней части ствольная коробка и рамка жестко соединяются между собой защелкой, рычажок которой конструкторы поместили над тыльной частью рукоятки пистолета. Сверху в ствольную коробку интегрирована стандартная планка Picatinny, что позволяет использовать с оружием коллиматорные или оптические прицелы низкой кратности. В планку же интегрированы классические прицельные приспособления открытого типа. Американские эксперты неоднозначно оценивают перспективы нового пистолета Kel-Tec P50 на гражданском рынке. Безусловно, новый пистолет можно будет использовать для личной самообороны, защиты дома, развлекательной или спортивной стрельбы, ну или даже для охоты на мелкую дичь. Однако во всех перечисленных нишах для него определенно найдутся более удобные и, что особенно важно, гораздо более дешевые конкуренты. Вряд ли вам понадобится именно пистолет на 50 патронов, способный поражать цели в бронежилетах, хотя они в последние годы становятся все более распространенными, в том числе вне армии и спецслужб. Обозреватели, пишущие об оружии, полагают, что с гражданской аудиторией новинка будет заигрывать своим необычным внешним видом, беря не столько функционалом, который для многих, просто избыточен, а так называемым вау-эффектом. И действительно, Kel-Tec P50 может произвести впечатление на человека. Это не скучный и всем знакомый Glock или Colt. Внешний пистолет на 50 патронов больше напоминает оружие из голливудских фильмов про будущее. Зато пистолет P50 может заинтересовать силовые ведомства и военных даже в таком виде. Применение для пистолета определенно найдется, учитывая лучшую компактность и вес по сравнению с традиционными пистолетами-пулеметами.
В то же время, при необходимости, специалисты компании Killtec смогут представить для пистолета и обвес, в том числе приклад, который сможет адаптировать его в самое компактное оружие самообороны, которым можно будет вооружать летчиков или танкистов. При этом не нужно будет жертвовать ни боеприпасами, ни баллистикой. Можно даже не добавлять возможность автоматического ведения огня или стрельбы с отсечкой по несколько патронов, хотя в перспективе компания Killtec, скорее всего, сможет реализовать и эту функцию. На этом пока все. Еще больше интересных фактов мы постараемся предложить вашему вниманию в наших следующих выпусках.